друзья, добрый день. Каждый из нас в своей практике сталкивался с тем, что подходите к машине или к мотоциклу, а аккумулятор разрядился. Что делать? Ну, каждый скажет, конечно, надо аккумулятор зарядить. Для этого существует множество разных зарядных устройств. И вот сегодня перед вами зарядное устройство электроника, которое было выпущено уже в далеком 2002 году. Мы сейчас ее посмотрим, попробуем зарядить от нее вот эти вот аккумуляторы, ну и заглянем вовнутрь. Итак, приступаем. Достаем ее из, так сказать, фирменной коробочки. Вот оно перед вами. Сейчас я его поверну к вам, чтобы вам было виднее. Вот такое вот зарядное устройство. Называется оно по заводской маркировке электроника УЗСП-12-63-UXL-3.1. Данное устройство позволяет заряжать как автомобильные 12-вольтовые аккумуляторы, так и мотоциклетные. Рекомендуемая максимальная емкость для зарядки аккумуляторов составляет 60 ампер-часов. Но на самом деле допускается заряжать и более мощные аккумуляторы. Единственное, что вам надо будет обратить внимание на зарядный ток. Рабочий ток заряда для аккумуляторов для данного устройства составляет от 0,5 до 6,3 ампера. Желательно за эти границы не выходить. Подключается она в розетку 220 вольт. Внутри имеет понижающий трансформатор. Транзисторная схема собрана на советских распространенных транзисторах типа 315-361. В качестве управляющих элементов используются тиристоры Q202G. Трансформатор здесь сделан по схеме с общей точкой и каждый полупериод отдельно выпрямляется, и в каждом, так сказать, плече имеется свой тиристор, который отдает ток в нагрузку. Вот. Для чего это сделано? Для того, чтобы не перегрузить трансформатор. Ну, давайте посмотрим сначала поближе, потом попробуем зарядить какой-нибудь вот из этих трех аккумуляторов. Два из них, причем уже практически в нерабочем состоянии. Заодно и посмотрим, как оно себя будет с ними вести. Ну, давайте рассмотрим его поближе. Что здесь есть, так сказать, начнем с лицевой панели. Ну вот, перед вами, друзья, зарядное устройство. Здесь имеется стрелочный индикатор. Максимальный ток, который он меряет, это 7,5 ампер. Имеется плавная регулировка тока зарядки. Также имеется индикатор заряда. Вот он, зелененький светодиодик у вас будет гореть, когда будет происходить зарядка аккумулятора. Также электроника работает в двух режимах. В ручном, это когда кнопочка вот эта вот нажата, и в отжатом состоянии, в режиме автомат. То есть само устройство выбирает ток заряда. Кроме этого, есть вот такая вот кнопочка контроля. Для чего она нужна? Иногда бывает, аккумулятор находится в сильно разряженном состоянии, и в этом случае устройство не запускается. Для этого есть вот такая вот кнопочка контроль. Если ее нажать, то принудительно будет подан кратковременно, так сказать, напряжение на аккумулятор. И если за это время напряжение, ну, превысит некоторое пороговое значение, устройство перейдет в режим зарядки. Так, это вот у нас вот такая вот передняя панель. Так, давайте развернем, посмотрим, что у нас тут сзади имеется. Ну, сзади здесь у нас, собственно говоря, особо-то ничего и нету. Здесь вот
указана дата производства данного устройства, это второй месяц 2005 года. Также здесь повторяется, так сказать, его маркировка. Написано, что питается, данное устройство потребляет от сети 220 вольт 50-60 Гц 190 Вт. Максимальный ток в нагрузку 12 вольт 6,3 ампера. Ну и как всегда, здесь даны рекомендации по заряду. Перезарядка прочитает руководство по эксплуатации. Газы, выделяемые аккумулятором, взрывоопасны. Нельзя заряжать в местах, где есть искры и открытый огонь. И при позарядке в помещении устройство зарядное поместить в специальный корпус. Отключать зарядное устройство от сети перед подсоединением или отсоединением проводников постоянного тока. Что это значит? Это значит, что перед тем, как вы начинаете заряжать любой аккумулятор, сначала надо подключить клеммики на аккумулятор и только после этого данное устройство включить в сеть 220 вольт. Ну и также написано, что обеспечить необходимую вентиляцию при зарядке. Вот здесь вот с правой стороны находится блок предохранителя. Здесь вот два винтика, один я уже открутил, чтобы вам было видно. Вот, здесь три предохранителя. Один по сети 220 вольт. И два, как я говорил, в каждом плече трансформатора. Поэтому здесь их три. То есть один 220 и два по 12 вольтам. Так, все, здесь больше ничего нету. Ну вот эта нижняя стенка, здесь всего лишь навсего 4 ножки, 4 крепежных винта. Мы, кстати, открутим, заглянем вовнутрь, посмотрим, как все здесь внутри сделано. И вот еще одна вентиляционная решеточка, съемная, надо сказать. Ну то мы ее тоже, может быть, снимем, заглянем, что под ней. Теперь, что касается верхней стенки устройства. Перед вами верхняя панель зарядного устройства электроника. Что здесь есть? Вентиляционные решетки и отсек, который закрывается вот так вот крышкой, в который убирается сетевой шнур. Вот он перед вами. А также провода для подключения аккумуляторной батареи. Вот они, два провода. Минусовой синего цвета и белый с плюсом. Больше здесь ничего нет. Ну вот, друзья, устройство перед вами. Давайте попробуем что-нибудь зарядить. Будем действовать, как в инструкции написано. Значит, сначала 220 не подаем. Сначала мы подключаем аккумулятор. Минусовую клемму на минус. Плюсовую клемму на плюс аккумулятора, естественно. Все подключили. Ну и теперь выставляем минимальный ток зарядки. Ну давайте начнем, наверное, с ручного режима. В ручном режиме кнопочка должна быть отжата. Отключаем ее. Подаем напряжение питания. Ну, как видите, вот загорелся индикатор сети. И что мы видим? Что ничего не происходит. Почему? Ну, наверное, потому что надо добавить ток зарядки. Начинаем плавно его увеличивать. Как видите, вот первый ток появился у нас. Можем еще добавить, еще, еще. Надеюсь, вам слышно. Это вот трансформатор выдает такой вот звук, потому что ток через него растет. Ну вот мы видим, ток застабилизировался на отметке 3 ампера. Но это связано с тем, что емкость аккумулятора небольшая, всего лишь навсего 12 ампер часов, и поэтому большего зарядного тока устройство не выдает. Но это мы сейчас смотрим в ручном режиме. То есть принудительно задали ток и
так сказать, если он начнет падать, добавляем, либо наоборот его уменьшаем. Но это зависит от емкости аккумулятора. Теперь то же самое давайте проделаем в автоматическом режиме. Нажимаем кнопку автомат. Все, нажали и ждем. Надеюсь, вам сейчас видно. Видите, устройство подало ток на него 2 ампера. Потом идет режим паузы. И по мере заряда аккумулятора режим паузы по длительности будет вырастать. Ну, а ток, естественно, мы можем все так же выставлять принудительно в ручном режиме. Оп, видите, отключился. Опять режим паузы, опять включился. И вот так он будет заряжать ваш аккумулятор, пока не зарядит. По мере возрастания напряжения на клеммах аккумулятора, режим паузы начнет увеличиваться. Как написано в инструкции, когда аккумулятор будет полностью заряжен, то режим паузы возрастет где-то до 1,5-2 минут. Это говорит о том, что устройство, точнее не устройство, а аккумулятор полностью заряжен и его можно отключить. Ну вот так это все работает. А теперь предлагаю аккуратненько снять, так сказать, кожух с данного устройства. И давайте заглянем вовнутрь. Как оно... Ну вот, друзья, снял я верхний кожух. И вот что мы здесь можем с вами увидеть. Вот он, трансформатор. Намотан толстым медным проводом. Довольно-таки тяжелый и увесистый. Вот это у нас 1, 2, 3 предохранителя, которые защищают силовые цепи от перегрузки. Это регулирующие элементы. Как я сказал, это используются тиристоры Q202G. Здесь их 2 штуки. Стоят они на радиаторе. То есть с охлаждением здесь все в порядке. Кроме этого, здесь установлен вот этот вот амперметр на 7,5 ампер. И вот здесь вот прячется схема управления. Сейчас я постараюсь вам ее показать. Просто она тут вот так вот сделана, что тяжело туда добраться. Наверное, давайте я даже с рук сниму. Ну вот смотрите, надеюсь, сейчас все видно. Вот она, схема управления. Собрана на обычных советских широко распространенных транзисторах типа КТ-315, КТ-361. Электролитов здесь практически нету. Я вот и вижу, всего лишь один здесь установлен. И тот, похоже, уже менялся импортного производства. Так что сделано все кондово. Ломаться особо нечему. Ну вот такое вот, друзья, устройство для зарядки аккумуляторов электроника. Если кому-то это еще что-то интересно, спрашивайте. А от себя скажу следующее. Я тут с ним немножко поковырялся и обнаружил дефект одного из тиристоров. Я его заменил на новый. Так что, помните, у меня ток показывал 3 ампера. Я думал, что это зависит от емкости аккумуляторов. Оказалось, на поверку совсем все не так. Просто получилось так, что работал только один полупериод. Предохранитель цел, а тиристор вышел из строя. Вот такое иногда бывает. Сейчас я его заменил. Все работает замечательно, так как надо. На этом все. До свидания и увидимся на нашем канале. Надеюсь, что вам было это интересно.